Дніпро активно прагне заслужити звання культурної столиці, але при цьому не цурається і регіональних ініціатив. У кожному районі є свої визнані таланти, ба навіть і зірки певної школи, територіального центру або ж будинку. Аби вийти на світовий рівень слави, треба з чогось починати. Впевненості в собі, каже, допомагає набути «Артіс» – регіональна премія за досягнення у мистецтві. Вона існує вже 4 роки, тож має і певні власні здобутки. Про них і про найближчі плани розкажуть гості. Це Оксана Семехіна, креативний продюсер премії «Артіс», і Олександр Мефісто, ілюзіоніст, номінант премії «Артіс». Добрий вечір нашим гостям. Хотел сказать, у нас ничего не исчезнет сейчас в студии, нет? Не, я порядочный волшебник. Порядочный. Рассказывайте, что в этом году? В четвертый раз уже вас знают, в общем-то, имя уже, да? Что в этом году будет проходить и как? Ну, интересен наш регион, потому что история, вот, которая включает всего лишь 4 года, а номинанты с большей историей своих заслуг в сфере искусства. То есть впервые в истории нашего региона проводится именно номинируемая премия за достижения в искусстве 4-й год. Но в ней могут принимать участие и деятели искусства, которые работают на протяжении 30, 20, 10 лет. Ведь достижения человека могут быть и с, ну, с его как бы опытом приходить. Конечно, более, да. В большую известность. Да? Или же мы приходим к тому, что мы уверены в том, что мы готовы представить свой проект или свою культурную какую-то сферу жизни, да, на номинирование. То есть во многих случаях деятели искусства иногда или там творческие личности говорят, я не готов еще, я не вижу себя. Правда, что народный артист, может даже так сказать, да? Вот у нас же есть такие очень именитые. Я общаюсь, так как у меня ивент-компания, общаюсь с людьми, которые занимаются шоу-бизнесе каждый день. И я понимаю, что у многих, у большинства даже есть свое, я еще не вижу себя, я не готов, я недостаточно еще профессионально развит, у меня еще нет таких достижений, как у кого-то. В большинстве это сравнительная степень людей, себя с кем-то. Вот. Или же, видя свое творение, еще не видит в себе силы. Я еще не могу, не хочу. Вот сейчас у нас это основная цель, подать как бы анкеты у номинантов, да? А голосование в интернете уже с завтрашнего дня будет доступно. Как бы анкеты уже закончили принимать мы. И, соответственно, коллегия жюри будет рассматривать всех номинантов, которые попали уже в этот конкурс. То есть не всех примут? Не всех желающих. Ну, это невозможно принять, потому что даже 25 номинаций не включают все те сферы, которые хотелось бы раскрыть. Ну, вот Александр, наверное, уже почувствовал, да, в себе силы, и что он готов, вот как вы сказали, да? Я тем или иным образом участвую уже в четвертый раз в этих номинациях, потому что в первом году я участвовал как иллюзионист. Во втором году мы выставляли свой спектакль на всеобщее обозрение. В третьем году я участвовал как авторское шоу, и в этом году я тоже участвую как авторское шоу, чтобы показать свои наработки за то время, ну, со времени прошлой премии. Потому что артист, он всегда что-то делает, всегда куда-то движется, и ему интересно, как на его творчество реагируют люди, потому что в первую очередь мы это делаем для того, чтобы принести что-то в этот мир. Ну, там же вот не столько зрители, сколько судьи. Вам нужна оценка, вам нужен приз, или вам нужно вот просто участие в конкурсе, да? Что конкретно вас привлекает? Скажем так, лично для меня эта премия – это вот возможность выявить какие-нибудь слабые места и в следующем году их доработать. Потому что иногда ты просто не замечаешь каких-то недочетов и нужен взгляд со стороны. Иногда же ты просто хочешь поделиться чем-то новым с зрителями, и это отличный способ показать себя. Ну, я так понимаю, что у вас недостатков не нашли, да, наверное? Не знаю, я также человек, и у меня всегда есть недостатки, я над ними постоянно работаю. Потому что я считаю, что артист, который сказал себе, что вот все, я уже все могу, это мертвый артист. Потому что нету развития, идет просто повторение. А время всегда движется вперед, и нужно поспевать за ним вслед. Ну вы же, наверное, вот готовились к тому, что я скажу, покажите нам какой-нибудь фокус. Вы подумаете, да, пока вот Оксана нам расскажет о конкурсе, вот а вы подумаете. Вот экспромтом, я же волшебник. Нет, только не надо свет в студии выключать, там вот ничего такого не нужно. Вы подумайте. Я так готовился, хорошо, я пока подумаю. Да, да. Оксан, ну вот давайте подробнее, кто будет оценивать? Жюри будет включать в себя Днепропетровскую, как бы, да, элиту в сфере искусства. И из наших центральных регионов будут, да. Вот это жюри, это по 3 человека в одной судейской коллегии, допустим, да. И нам интересно, чтобы, допустим, фотограф оценивал, и у него еще было 2 партнера.
при оценивании определенных категорий. Так же самое театральный деятель, также у нас идет деятель в сфере искусства изобразительного. Вот, сферы... Фамилии не назовете? Нет. Нет? Почему? Это тайна? Нет, это не тайна, да. Вы можете уже как бы увидеть портфолио на некоторых членов жюри, но мы бы хотели всю коллегию презентовать одномоментно, чтобы все поняли, что одномоментно выходят все жюри в единую дату на согласование кандидатов. Вот. И, конечно же, рассматривается не просто вот человек, который идеал в этой сфере, да, а его первое желание, то есть предложение как бы, да, стать членом судейской коллегии, это добровольная воля как бы, да, человека должна быть. То есть мы не можем обязать, и мы не можем выбрать среди них лучшее. Просто есть предложение, которое мы сделали, и согласились некоторые как бы, известные личности быть, потому что им это интересно. Вот я бы хотела, чтобы больше судьи были сами заинтересованы, чтобы у них был интерес выбирать, смотреть и свое мнение выдвигать вперед. Это же так ответственно. Да, это же ответственно. Могут обижаться потом, правда? Да, я сама не раз была членом жюри, да, и обиды возникали, да, у конкурсантов, но на самом деле... Ну, интересен процесс, разобраться-то надо, да. Тем более есть очень альтернативное мнение, это голосование, открытое голосование среди горожан. А, будет то есть интернет-голосование обязательно, это более доминирующая, более главная статья принятия решения. А вот. Приз один потом по каким-то совместным результатам или отдельно, или это просто приз симпатии зрительской? В первую очередь, конечно, это у нас оценить баллы, чтобы среди конкурентов все имеют равные права, выставленные кандидатуры, просто выигрывает одна кандидатура в каждой категории, но есть же у нас с вами, конечно, судейская коллегия, то есть мнение жюри. Поэтому мы смотрим на интернет-голосование, получает свой приз человек, да, категории, конечно, судейской коллегии. Это все учитывается, сумма баллов. Почти как Евровидение, да? Но опять-таки у каждого творческого человека есть достижения. Достижения за год или вообще. То есть можно подать свой какой-то талант или свою какую-то уникальную особенность этого года на номинацию. Не обязательно быть лучшим. Да. Просто можно выделить какую-то одну свою часть жизни или там этап жизни, который выйдет в какую-то вот номинацию, он победит. Вот это важно. А вы сказали 25 номинаций, да? Пока 25, да. Вот основные назовите, какие вот, в чем люди себя хотят показать? Самая, допустим, сфера, которая у нас не является разрекламированной, не является заинтересованной среди рекламодателей, да, не пользуется, это писатели, да, поэты. Художники. Это те сферы, которые... Нужно заранее прочитать, да, произведение, конечно, жюри, да? Очень должно. Популярно, модно быть музыкальная группа года или клип петь, года, да. То, что у нас развито, то, что люди пытаются применять это в обычной жизни. А то, к чему мы не всегда обращаем внимание, не можем отследить популярность или не можем отследить открытие. То есть мы не можем все это видеть. Это я больше, конечно, заинтересована именно в литературе. Но сейчас Facebook очень популярен, там никаких номинаций там, для участников активных. Да, судя по комментариям, надо уже какую-то номинацию там. Блогерам, да, уже предлагать. Да, то есть я за то, чтобы больше мы увидели на сцене настоящих мотив, то есть людей, которые в своей сфере в очень сложной, не имеют такого доступа к телевидению, к интернету, но делают что-то вечное, что-то нами потом признаваемое через время. То есть вот я бы на этом сакцентировала. Понятно, что будет у нас и танцевальные, да, какие-то определенные там, коллектив может выступить, может, то есть автор своей, как бы, да, учебной программы выступить, да, вот, по танцам. Все мы это видим, но вот я вот хочу больше видеть именно поэтов, именно тех людей, которые за кулисами, за нашей обычной жизнью что-то делают. И причем это не один день творческого труда, это может быть годами сделанное, принесенный плод. Вот. Один, да, какой-нибудь один, плод. Да. Да? Да. Еще можно участвовать или уже закончен набор? Еще вот успевают набор зрители? Уже, набор уже закончен, да. Закончен вот. Уже. Вы можете просто выставлять свое мнение, да, и же желать будущему, как бы, поучаствовать нашим будущим кандидатам, просто прибыть на церемонию награждения, написать комментарии, то есть подавать заявки на будущее, конечно, можно. Ну, в зрительском голосовании тоже, да, можно участвовать. Да. А где, да, где нужно, можно найти вот информацию о вас? У вас есть, есть какие-то, да, ресурсы? Есть сайт talentam.com, да, и в Фейсбуке есть премия «Артист», то есть можно поискать страничка группы, ваша, да, забить, так как уже конкурс 4 года, да, и генеральный продюсер Виктор, он знает, как, Виктор Демьян, он знает, как этот простой путь уже проложен через соцсети, через сайт. Это узнаваемость кандидатов, фотографии кандидатов, фамилии и их номинация. Я так понимаю, это вот есть тот приз,
главный, да, который получает. Это ваш Александр? Нет, это пока не мой. Пока, в прошлом году, возможно, нет. Это я принесла показать тоже какой-то маленький кусочек своей жизни, своего труда. «Блюз за Украину», наш благодейный джемфест днепропетровский, в прошлом году получил премию «Культурное событие года». Вот, и, ну, для меня, как бы, не скажу, что там это послужило стимулом работать лучше, просто вот так отметили нас, это была действительно случайность, потому что, ну, пригласили уже на саму церемонию, и в зале оказались даже музыканты, которые отдельно получали премии за то, что они тоже, как бы, в своей сфере развиваются, но как было приятно, что собрались и организаторы джемфеста «Блюз за Украину», и музыканты, которые участвовали, и все получили награды, то есть одномоментно, ну, было прекрасно. Александр, вы готовы? Я всегда готов. Смотрите, у меня есть вот такая вот фотография. Так. Это фотография меня. Я просто очень люблю себя. Mm-hmm. Это хорошая затея, любить меня. Всем советую. Эту фотографию мы сложим вот так вот один раз. Как же вы себя так пополам складываете? Я даже себя в четверть сложу. И второй раз. Возьмем волшебный маркер, Оксана, я попрошу вас мне помочь. Да. И вот здесь на фотографии напишем свое имя. Да, так можно, так прям красиво. Свое или ваше? Оксана свое. Оксана, да. В сложенном виде. А? В сложенном виде. Ну, естественно, да. То есть Оксана пишет свое имя на сложенной фотографии. Да. Оксана, такой вот нескромный вопрос. Вы часто расписываетесь на моих фотографиях? Первый раз. В первый раз. Тогда можно предположить, что такая фотография у нас одна. Эту своего рода уникальную фотографию мы возьмем и так немножечко... испортим. Вы безжалостны к себе. Чего не сделаешь во имя искусства. И испортим фотографию так окончательно. Сейчас кажется, что уже абсолютно ничего нельзя сделать. Но в руках умелого волшебника всегда находится выход. Сделать так. Вау. Чудеса. И вернуть нашу фотографию. Вы Копперфильд просто. Ну, до Копперфильда я пока еще чуточку не дорос. Вот. Но, как вы наверняка заметили, видите, фотография у вас назад так немножечко кривовато, да? Ну да. Это все потому, что магия — вещь несовершенная, фотография восстанавливается в неправильном порядке. Угу. Что-то же вы там подменили, мы так вот с Оксаной тут. Да нет. Мы потом рассмотрим. Спасибо, да, очень забавно. Ну вы не растите до Копперфильда, я была на его шоу, мне очень скучно было, правда. Не знаю почему, может быть это лично мне. Не знаю, я считаю, что Копперфильд — это идеальное соотношение технической стороны, то есть у него очень огромная материальная база. До этого растите. Очень огромная база ресурсов. У него отличная актерская подача. Он в первую очередь артист. И он очень грамотный медийный продукт, то есть его очень грамотно продают. Поэтому для меня пока Копперфильд — это вершина. Супер. Ну тогда желаю вам вашей вершины достичь. Где будет проходить церемония? Приглашаются ли туда зрители? Можно ли это все увидеть? Будет? Да, с 1 января мы уже будут афиши в городе о месте проведения. А на церемонии будет не меньше, чем 300 гостей приглашено. И в порядка 100 где-то получается суммарно номинантов, коллеги, судейской коллегии и оргкомитета. То есть, ну, и мы думаем, что плюс пресса, конечно, вас мы ждем. То есть, все будет красиво. Да, мы хотим, чтобы вот достаточно было места, так как предыдущее было событие в Миноре, было больше места, и это место было более посвящено культуре нашего города. То есть, это будет, скорее всего, не ресторан, а место, которое связано с культурой, с искусством. Вот. И пока вы не знаете точно, да? Ну, мы просто расширяем сейчас аудиторию, мы поняли, во что мы уже, в какое мы помещение уже просто не вмещаемся, и какую мы сцену хотим, потому что будут интересные технические сценарные планы у нас, то есть шоу-программа, и для этого надо необходимость у нас, ну, достаточно серьезной сцены и оборудования завезить. То есть мы сейчас ищем площадку, которая технически нас примет, и вместимость зала позволит вам комфортно взять интервью у звезд, вот, а гостям комфортно посмотреть всю церемонию. Ясно, спасибо. Ну тогда дополнительной информации ждем от вас, когда определитесь. Может, вы уже дорастете до своего зала скоро, да? Уже 4 года все-таки. Это идея. Спасибо. Да. Под Новый год загадаем это желание. Желаю вам удачи, а вам, Александр, победы. Спасибо большое. Да, воплощение. Спасибо за визит к нам в студию. А еще раз подякую нашим гостям.